ректора Академии научных исследований постдипломного образования Журавлеву Надежду Александровну. Приветствуем. Дорогие друзья, я очень волнуюсь, потому что на самом деле это первый бал, который мы постарались восстановить, перечитав всю историю балов московских и российских, которые славились на весь мир. И хотелось бы очень поблагодарить наших предков, которые были интеллигентные, умные, красивые, любящие. И призываю вас всех, чтобы мы хоть как-то немного стали походить на их поведение, то есть быть похожими на них. И еще хочу пожелать вам, чтобы вы всегда присутствовали на всех балах, которые мы с удовольствием будем проводить, для того, чтобы все стали лучше, добрее, теплее. И пожелать вам счастья, здоровья, и чтобы в вашей жизни было столько радости, сколько сегодня, как батюшка сказал. Смотришь на всех, красивые, необыкновенно, на улице таких не увидишь, в красивых платьях, с красивыми прическами. Мужчины стали стройнее, женщины так тоже как-то немножко изменились внешне. И очень бы хотелось, чтобы люди, которые живут в нашей великой России, все понемножечку восстанавливали культурное наследие, потому что на самом деле мы самые счастливые. Такие люди, как рождались в России, не рождались нигде. И мы им очень кланяемся, и кланяемся протоиерею Алексею за то, что он своими силами восстанавливает храм царских мучеников. И я призываю всех помогать ему, потому что на самом деле вместе мы сила необоримая. И я желаю вам, чтобы много радости и счастья было в ваших семьях. Всего доброго. Еще хочу подарить протоиерею Алексею икону царских мучеников, чтобы царь Николай молитвами очень помогал ему во всех делах.